Спартакиада традиционная, но от этого не менее интересная. Наоборот, личный результат известен каждому. Значит, нужно стремиться его улучшить. Выше можно, ниже нельзя. Спортсмены пришли с хорошим настроением, играют с азартом. Кроме того, для этих людей соревнования – хороший повод для общения. Поделиться личными достижениями приятно всегда. В том году я пришла также в спорт по пауэрлифтингу. Уже имею награды, сейчас уже нашла и тренера, занимаюсь этим профессионально. Умеренные физические нагрузки полезны всем, отмечают участники спартакиады. Они прекрасно понимают, что без систематических занятий, к примеру, плаванием, бегом, спортивной ходьбой, могли бы чувствовать себя значительно хуже. Может быть, если бы не занималась спортом, я, может, была бы даже уже бы в коляске сидела, так как он укрепляет и мышцы, и спины, и ног, и рук. Полностью укрепляет все тело. Движение – это жизнь. Самому старшему участнику соревнований – 80 лет. Энергии и эмоциональному подъему Ольги Городничевой можно только позавидовать. В свое время педагога играть в теннис научили собственные ученики. Теперь, будучи на заслуженном отдыхе, Ольга Михайловна пропагандирует здоровый образ жизни. Самое интересное, что паралимпийцы выступили лучше, гораздо лучше, чем настоящие наши члены сборной. Смотрите на пожилых, смотрите на зрелых людей, которые какой-то имеют ущерб здоровью, но занимаются. Поэтому и вы занимаетесь, и у вас будет успех, и самый главный успех будет в здоровье. Шахматы, плавание, настольный теннис, дартс. Сегодня во Дворце спорта АКА в спартакиаде для людей с ограниченными возможностями приняло участие порядка 100 муромцев. Елена Петрова, Николай Младенов, Новости 24, Муром.